Очень красивое шоу от команды Skyriders, друзья. Сейчас вы увидите прыжок на этот погрузчик на мотоцикле. Длина стрелки 6 метров. Ширина всего 20 сантиметров, друзья. А от самой кабины водителя всего 3 сантиметра. Придется нереально миллиметражить. И это мы с вами увидим прямо сейчас. Давайте расскажу, кто будет исполнять этот трюк. Трюк будет исполнять Иван Пушкарев. Это чемпион России по мотокроссу, победитель Кубка Урала по эндуро, основатель и руководитель мотошколы Rider и проекта Sky Riders. Именно Иван является организатором прыжков в Гринвиче. Кто-нибудь был в Гринвиче на мотошоу? Кто был, поднимите руки. Друзья, мы снова с вами увиделись, это школа Riders, и мы снова будем удивлять именно вас. Еще раз о прыжке. Как вы видите, у нас стоит трамплин. Именно с него будет начинаться наш прыжок. Вот она, собственно, сама стрелка. Именно по ней Иван должен будет проехать и спуститься потом вниз.